Турецкие военнослужащие под командованием одного из бригадных генералов отправились в Азербайджан. Об этом информирует турецкий телеканал НТВ. Отмечается, что военные из Турции должны приступить к службе в совместном с Россией наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе 2021 года. По данным телеканала, в Азербайджан направлены 25 солдат, однако отмечается, что в ближайшие недели их число возрастет до 60. Совместно российско-турецкий мониторинговый центр контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе будет расположен в Агдаме. Турецкие офицеры будут наблюдать за выполнением условий трехстороннего заявления России, Азербайджана и Турции с помощью дронов. Наблюдение будет вестись преимущественно за местами проживания армянского населения.